Всем привет, ребята! С вами Юки Харука, с вами Юки. Сегодня мы будем играть игру под названием «Плохой сон». Кома. Так, я сейчас нахожусь на своем разделе, на четвертом. Ну да, ладно, это все равно. И мы начнем сначала, чтобы вы поняли, с чего мы начали. Здесь человек просыпается во сне. Он просыпается на мосту. Это как бы кома, но это сон. Во сне нам нельзя убить, но мы можем пострадать во сне. Эта история рассказывает о том сне, где люди в кошмарах страдают. И мы должны это решить. И выйти из этого сна. Почему люди страдают? Так, ну здесь что странно. Здесь ворон надо убивать. И мы можем посмотреть на статус, как это все заканчивается. В принципе, это не очень хорошо, наверное, с точки зрения нас. Потому что я не знаю, что типа можно так сделать. Ворону убить и хорошим закончится. Так. Нам нужно найти водку или пиво, как это называется. Так. Эта игра очень уникальная сама по себе, концепция. И очень прикольная. Вот это у меня трудности. Постоянно я не знаю, ребята, трудности. Я просто тупо руковожу ими. И с этого раза получилось, допустим, быстро сделать. Так, вы извините, что я все знаю, но так уж и быть, что приходилось играть ее. Ну, почему я играл? Потому что это очень прикольная игра, и мне понравилась. Я даже не заметил, когда до четвертого части дошел. Кстати, вы можете писать свой комментарий любой. Или же поддержать нас лайком. Посмотрите нас, пожалуйста. Если вам понравилось, то оцените эту игру. Ё-моё, что такое? Я представляю, если во сне у нас такой кошмар приснится, да? И ты не можешь проснуться в этом сне. И это как-то странно. Так, мы... Что-то не то сделали? Так, здесь ребенок плачет. Да, я знаю, что монтировка это ребенка вредно, да? Но это не ребенок совсем, это как бы робот, потому что, видите, у него руки нету. И он при этом плачет еще посередине у него. Я не знаю, что это за механизм, но это точно не настоящий ребенок. Да, я вижу, это печально, но что сделать, это игра такая. Я смотрел другую историю, ну, типа, может поменяться, типа, блин, не знаю, что-то сделать, может быть. Не знаю, как это сделать. Так, мы здесь не можем пройти, потому что здесь заблокирован механизм. Я не понимаю, почему мы под низ не можем пройти, но окей. Нельзя так, нельзя. Так. Голосовые. Так. В этой игре должен появиться пьяница. Ну, типа бомж или как его там. Который нам, наверное, будет задавать задание. Ну, типа, почему ты это сделал, все такое. Как мы должны на него дойти? Я это слышал. Нет? Показалось. Ребятушки. Ну, что там? Тоже камни, что ли, бегают? Лупа посмотрим, что можем взять. Нет. Нет, лупа ничего не можем здесь сделать. Дальше пойдем. Здесь что-нибудь можем сделать? Нет. Что-то лупа ничего не останавливается. Я, наверное, ее потом проходил, ребята. Я не помню, конечно, что здесь надо делать.
Но я точно помню, что надо найти мужчину, который нам даст. А, вот, все, мы нашли веревку. Так, пойдем дальше. Веревка была у ребенка, запомните, ребята. Ёперните. Так, вот этот человек, у него выполните задание, которое вам скажет. Сначала он попросит пива, но так уж и быть, эй. Окей. Есть тут кто-нибудь? Ну, мне нужна помощь. Я бы тебе не помогал бы, конечно. У тебя есть что-нибудь пить? И, конечно, мы даем вот эту бутылку, которую мы взяли в машине. Спасибо. И он еще просит у вас одну просьбу, где вы должны отгадать, где что похоже, где не похоже пазл. Вот, допустим, вот это. Мы должны каждый этот отгадать. И игра сама скажет, допустим, где что мы не прошли. Что за пятно такое? У меня какое-то пятно здесь, и я никак не могу... Ну ладно. Так, 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 так. Здесь нету. Рыбы нету. Ну все, ребята, всем до скорого, всем пока-пока. Сегодня с вами был Юки Харуко, с вами был Юки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Игра, конечно, блин, не мега крутая, да? Я понимаю, там GTA, все такое. Но знаете, у некоторых, допустим, компьютеры слабые, и они могут не установить эту GTA, потому что эта игра тяжелая, и не каждый компьютер ее потянет. Это игра для слабых компьютеров, потому что она очень полезная, конечно, и очень затягивающий сюжет. Всем до скорого, всем пока-пока.